Оживленный открытый разговор. На самые волнующие вопросы жители получают сразу ответы от главы города. Руководитель департаментов районной власти, в свою очередь, распоряжение. Так, на виду ремонт дворов. Только в этом году в Куйбышевском районе в порядок привели 12 площадок. Но фронт работ еще обширен. В частности, благоустройство двора Пугачевский край, дом 3, 5, 12, 14. По поводу запланированной хоккейной коробки. Площадка под хоккейную коробку находится в ведении Министерства обороны. Земля не муниципальная. Мэр поручает договориться с собственниками площадки. Мы уже проходили это по проспекту Ленина 1. Абсолютно то же самое. Установили там спортивную площадку. То же самое и сделать здесь нужно. Проработать вопрос об установке тогда хоккейной площадки, хоккейной вот этой коробки, да? Давайте тоже двухнедельный срок. Развиваются новые микрорайоны. Этой осенью в Волгаре открыли современную школу. Волгар разрастается. Хотя будет у нас там строиться какой-нибудь, ну, хотя бы спортивно-оздоровительный комплекс. Строиться будет обязательно. Есть площадка, выделенная под это. Сейчас подбирается инвестор. Но я думаю, если все сложится нормально с экономикой, да, то в следующем году возможно начало строительства этого центра. Он будет располагаться Осетинской с улицей Народной. Без внимания не остается и дорожный вопрос. Будет ли ремонтироваться подъездная дорога в поселок Рубежный, включая улицу Новосельскую? Эту дорогу поручено взять на контроль департаменту городского хозяйства и экологии. В Куйбышевском районе ремонтируют и внутриквартальные проезды, тротуары. Идут и глобальные стройки. Так, через пару лет вопрос пробок должен решить Фрунзенский мост. И это далеко не единственная масштабная стройка. Что касается вообще дороги к Рубежному, да, с 2018 года там должна быть реконструкция, и дорога там до 6 полос, по-моему, будет расширяться, там федералы будут строить, с развязками вот в районе кольца с Южным шоссе. Все предложения жителей направлены в работу. Какие-то решат уже в ближайшие недели, остальные войдут в план на следующий год. Марьяна Мирная, Марина Кравцова, Константин Головин. События.